Сюжет данной картины вертится вокруг истории любви Сюрре и Фарука. Сюрре выросла без отца и матери и сама справлялась со всеми проблемами жизни. Она девушка гордая, добрая и красивая. Фарук харизматичный бизнесмен. Молодые люди, увидев друг друга, влюбляются с первого взгляда. Они женятся и едут жить в Бурсу, где находится семья Фарука. И там их любви придется пройти через сложные испытания. Молодой невестке придется ужиться с властной свекровью, со снохой, которая пытается при любом удобном случае подставить ее, с несносными братьями мужа. В это же время Фарук должен будет сражаться с врагами, которые неожиданно объявились вокруг их семьи. Посмотреть очередную 10-ю серию на русском языке вы сможете уже после 7 мая. Подписывайся на канал и следи за дальнейшими обновлениями данного сериала. Всем до встречи, пока! Посмотреть очередную 18-ю серию вы сможете после 30 сентября.